Енота всем, друзья, с вами Пуховик, и давайте сегодня поиграем в очередную игру про зомби, которая называется Zombie Buster Rising. Мэдден, город тьмы, он был заражен страшной болезнью, и зомби вырвались на свободу, такие, говорят зомби. Ну, другой ничего не умеют говорить, сложно говорить, когда ты зомби, наверное. Так, и какой-то, видимо, отряд борется с этими зомби. Тем временем у них, видите, крутой радар, который отмечает места, зараженные зомби. Итак, что у нас? Один человек только у нас, да, будет защищаться? Это что-то как-то, по-моему, мало. Так, левой кнопкой мы стреляем и кнопочкой R перезаряжаем. Отлично. Вроде пока ничего сложного. 6 патронов у нас в стволе. Так, ну я думаю, там потом будут какие-нибудь апгрейды. Вроде как веселая игра, напоминает, помните, игра Besiege Infinite, что ли, была, где мы от скелетов отстреливались, замок отстреливался от скелетов, да, то здесь у нас немножко на современную тематику игра, потому что сейчас уже все-таки вооружение-то это нам как-то поближе, да, да, и тематика зомби очень популярна. Господи, 6 патронов, это так мало. Я просто не успеваю их убивать. Надо, по-моему, в голову куда-то стрелять. Хотя нет, без разницы. Критичный удар, он здесь, видимо, рандомно срабатывает. И не угадаешь. Нам бы какую-нибудь, бы, я не знаю, гранату бы, что ли. А то что-то как-то совсем стрёмно. Как заряжать? Почему не заряжается-то? Так, я должна выжить, пока они не придут. Кто они придут? Я не понял. А, все, победа, да? Отлично, 3 бриллианта нам дали за первый уровень, 105 баблинского, и все. Окей. Так, train units, апгрейды покупай, и, ну, понятно. Так, давайте натренируем. Weapon craft. Мы не можем пока его закрафтить, новый купить, но зато мы можем что? Больше патронов, супермагазин, ага, точно, обойма будет у нас увеличенная. И быстрее перезаряжаться. Ну, не знаю, давайте увеличенную обойму лучше купим. Отлично. Отлично. Теперь сколько у нас патронов? 10 вместо 6 стало 10. И довольно-таки серьезно такое улучшение. Так, что это? Больше денег. На 15% шанс, что враги уронят деньги. Отлично. А это... Refugee will able to run faster. Я не знаю, кто это такой. Ну, ладно, давайте улучшим. Может быть, он появится в следующей миссии. Вот эта вот опять стилистика, она пришла из игры Kingdom Rush и везде используется в подобных играх. Зомби по соседству называется миссия. Ух ты, смотрите-ка, у нас получили мы нового выжившего, это снайпер Рамила Деккерман. За 20 секунд, что это у нас? А, скилл, да, какой-то Bomb of Duty. Окей, давайте испытаем. Так, а как выбирать между этими выжившими? Как выбирать, я что-то немножко пока не пойму. Хоткей на единичку, окей. А, она сама стреляет, снайперша. Круто, круто. Так, и нужно теперь скиллом научиться пользоваться. Давай на единичку. Бэм, отлично. Мы добиваем. Так, перезарядка. Ну, перезарядка, в принципе, сама включается. То есть не обязательно держать палец на кнопке. Ой, снайперша просто. Вот со снайпершей стало вообще круто играть. Она очень нас сильно выручает. Блин, то надо добивать недобитых, потому что выстрел у нее мощный. И тратить снайперский выстрел на обычного зомби, это как-то стрёмно. Блин, вот лучше бы она мощных каких-нибудь ребят завалила. Да. Эх, она самого ближнего убивает. А надо, чтобы она самого бронебойного убивала. То получается, мы зря расходуем ее патроны. И как бы обычным пистолетным выстрелом добили бы этого, а она бы валила бы кого-нибудь мощного. Ну, в принципе, пока не сложно. Пока ничего сложного. А бомба of duty, это тоже подарок? Да. Что-то там. Она имела в виду, я даже что-то сейчас не понял. Так, ну отлично, на 3 бриллианта. Или что это, алмазы? Нет, это... Может быть, это и алмазы, кстати. Так, призы. Что за призы нам дали? Marksman, unlock the sniper. Отлично, получаем награду 250 монет. Unlock the rocketman, следующая награда. Убей 1000 врагов. И снайпер убьет 100 врагов. Ой, тут много-много наград всяких, ребят. Так что есть, в принципе, чем заняться в этой игре. Угу.
по 5000 монет потом за последние будут даваться задания. Так, Team Info. Всего трое будет у нас, да, я так понимаю. Что же мы можем? Угу. Так, можем прокачать и снайперку, чтобы она больше урона наносила. Но я думаю, это нам делать не надо. У нас снайперка и так урон нормально наносит. Это что, Barrel Hack? New Move Gun with Barrel, вот, Increase Rate of Fire. Скорострельность. Вот давайте уже скорострельность снайперки улучшим. Смотрите, Firing Speed 2.70. 2.40 после улучшения стало. В принципе, круто. Дамаг у него 54.96, то есть довольно-таки мощно убивает. И 3 патрона у нее, и перезарядку боит. Давайте вот и перезарядку. Reload Speed 3.40 вместо 3.70 стало. А это что? Learn to Secret Weak Shot. А, несколько врагов сразу насквозь пробивать. Три цели. Три цели, вероятность пробить 10%, что три цели пробьет. Отлично. Так, а нам давайте-ка что-нибудь такое. Rate of Fire. Давайте скорость перезарядки что-то улучшим. На сдачу, скажем так. Все, 90 бабла осталось. Так, и давайте апгрейды. Какие апгрейды мы можем? Increase stage на 10, награда будет. Я думаю, это то, что нам нужно. Increase explosion, ага, радиус взрыва увеличивается. If last longer refugee, if last longer from friendly fire. Я что-то не совсем понял. Ну давайте вот награду за уровень. Так, а тут что, мы что-то еще можем прокачать, да что ли? Ага. Теперь у снайперши 4 патрона будет. Это круто, она теперь будет всех вообще валить нещадно. Air in Rubber. Теперь будут летающие, так называемые зомби, да? Давайте с ними разберем. Ух ты, Бомбермен у нас появился. Бомбермен не тот, что из игры на Дэнди, а какой-то новый Бомбермен. У него реально мортира какая-то в руках. Самодельная причем. Ой-ой-ой. Нифига там ракета полетела. Ой-ой-ой. Блин, а в шарик-то не надо стрелять. И не надо стрелять в того, куда летит мортира. Снайперша прям здорово. Видели, как разобралась с летающим типом? Ай-яй-яй, опять мы вместе цель не поделили. Отлично, прям вот теперь весело пошло. Шикардос, шикардос. Так, давайте разбирайтесь с наземными. Армия. Выжившие в игре. If made safe to base. Так, они, значит, нам дадут награду, если они безопасно доберутся до базы. Ну ладно, вроде он как безопасно вполне добирается. Я думаю, это не проблема, что он добежит до туда. Давай, блин. Надо бы нам потом радиус бомбу вот это увеличить, потому что что-то она совсем никого не задевает, там одного-двоих максимум. Хотелось бы как-то побольше все-таки. И надо мощность уже пистолета прокачивать, потому что не справляемся с пистолетом. Давай, снайпер. О, отлично. Все, два зомби сраных осталось. И отлично, прошли третий уровень. You just... Почему я потерял выжившего? Блин, а как? Он же вроде выжил. Я не понимаю, солдат добежал или нет? Я что-то не обратил внимания. Или его наш этот гранатометчик убил? Так, ага, награда. За гранатометчика нам дадут сейчас награду. 250 баблинского, это супер. Так, Team Info, давайте гранатометчик. Что ты нам предложишь? Мощность. Ну, тут те же самые апгрейды, в принципе. Так, мультишот. То есть несколько ракет он может выпустить. Тра-та-та, to hold more bullets. Давай побольше буллетов тебе. Две сразу, чтобы он двумя сразу мог стрелять. Improve reloading. Firing speed 6. Или firing speed лучше. А, давайте сначала нам улучшим пистолет. Ой, как-то дорого стоит. Но зато дамаг стал нормуль такой. Так, и стан эффект. То есть можем оглушить, да? Ну ладно, давайте лучше снайпера улучшим. Пускай она еще чуть-чуть побыстрее стреляет или помощнее. Пускай давайте помощнее стреляет. Все, у нее теперь вообще дамаг нещадно. Она теперь будет всех изничтожать. Gun barrel increase rate of fire. Давайте вот нашему ракетчику rate of fire на 0,3 секунды мы ему повысили. Так, и дальность давайте. Дальность и... Эту хрень. Reduce cooldown. О, на 4 секунды. Отлично, теперь у нас будет быстрее заряжаться наша мегабомба. Time machine. Так, 40 секунд откат. Beyond future, left behind device, drop, click, ча-ча-ча. Так, ладно. В общем, сейчас разберемся, что это за новый скилл такой у нас.
Наверное, он их откидывает назад, я так понимаю, да. Если я все правильно понимаю, то так оно... О, нихрена, прям уничтожил сразу. Без разговоров, просто уничтожают этих зомби. Перезарядимся сразу. Ой-ой-ой, бедные зомби, бедные зомби. Прям смотрите, наш пистолет сносит довольно-таки уже неплохо этих зомби. Обычных зомби с первого удара, со второго точнее сносит. Так, давайте-ка вот так вот. У нас радиус теперь повышенный, бомбанем, отлично. Такая черепашка, это зомби-клоун, по-моему. О, отлично, это замораживает их на время, ага, супер. Прикольная способность. Так, давайте-ка вот этих вот пока побьем. С летающими шутки плохи. Давай. Не подходите ко мне, сучата. Сучата-зомбята. Отлично, бомбануло. А, это еще и стреляют клоуны-то, судя по всему. То есть не надо их вообще подпускать хоть как-то близко. Ой-ой-ой, ребят, что-то их тут много. Вам так не кажется? Че он такой прокричал? Блин, летающий. Так, отлично, замедление времени нам поможет. Мать его, не подпускайте, стреляй. Снайпер, стреляй. Отлично. Кое-как, уже с трудом справляемся. Так, отлично, остановили все цели. И сколько нам дали? 3, все еще 3 бриллианта нам дают. Или алмаза, и кошка орет, и вообще все замечательно. Так, что мы можем прокачать? Что это за хрень такая? Increase Explosion Damage. А, ну да, дамаг от этой бомбы будет повышен. Но можем, в принципе, пока ничего не прокачивать. И... А, вот, можем вот эту прокачать хрень. На полсекунды больше их будем останавливать. И что это? Reduce Cooldown. Перезарядка у заморозки. На 8 секунд больше будет. Меньше, точнее. Так, давайте что-нибудь еще интересное прокачаем. Ракетчик, давайте ракетчика прокачаем, дамаг ему прокачаем, пускай он помощнее рубит всех. Так, и стан эффект. Ну давайте, стан эффект, 9 секунд, может быть, будем всех станить. Отлично. Так, что это? Ой-ой-ой, это какой-то босс, большой босс. Ну вот как раз, наверное, на нем стан и будет полезен. Все-таки, если там 5 раз в него выстрелил, будет хоть какая-то вероятность, 50%, что мы его застанем. И пускай стоит друган, думает над своим поведением. Бах. Ракета летит. Блин, жалко, убили их. Не проверили, как ракета. Насколько она мощная стала. Ну, ракета, повернись. Эх. О, выживший. Ой, отлично. И бомбануло, и еще бомбермен туда выстрелил. Супер. О, видите, стан срабатывает все-таки. Все-таки не так уж он и редко срабатывает. Отлично. Ой-ой-ой, бомба сейчас бомбанет. Ой. Нет, он выжил. Он нормально, он мужик, он все-таки солдат. Отлично. Так, надо летающего сбить. Ага, щитовика надо. Гасите щитовика. Все, супер, нам на солдат добежал до нашей базы. Отлично, так. Давайте замедляем их. Бомбермен, давай стреляй. По низу стрелял бы. Лучше бы бомбермен стрелял по низу. Так, что-то подходит, сучата. Блин, перезаряжаюсь. Вали их. Не надо, не заходите. Не заходите, здесь я живу. Нет, снайпер отлично справился. Замедлялочку бы. Черт, мы не успеваем, давай замедлялка. Давай, бомби. Черт, один прошел. А, не сожрали моих людей. Мать вашу, вас слишком много. Не жрите людей. Суки, блин, баррикады бы что-то хоть какие-нибудь поставили. Ну что просто так, типа, заходите, зомби дорогие, мы тут всем рады. Давай, застрели его. Ну, валите, снайпера, кто-нибудь. Если они еще живы, еще целая толпа идет. Мы 6 потеряли людей. Твою мать. Остановитесь, подумайте над своим поведением. 5 уровень уже сложнее, чем я думал. Все, надо идти уже прокачанным. Фух, отбились. Фух, нормально. Ничего, бывало и хуже. Так,
Шикарно. Нам только два бриллианта, наверное, дадут. Да, все правильно, два бриллианта. Надо будет потом перепройти эту, этот уровень, там, чтобы нам дальше побольше бриллиантов, чтобы мы смогли прокачаться. Так, а что нам дали здесь? Ага, like, five, sir. Пять уровней прошли, нам дали еще один бонусный бриллиант. Отлично. Team info, чтобы мы, допустим, могли прокачать. Количество патронов, например, такие прокачали. И, допустим, я не знаю, снайперу... выстрелы, а нет, перезарядка, перезарядка, теперь он будет быстро перезаряжаться. И, допустим, за апгрейдов мы могли бы взять increase stop duration на одну секунду, это круто. Increase explosion, explosion damage. Ну, вот так вот, допустим, да. Так, а еще мы что-то кого-то можем прокачать. О, перезарядку нашего бомбермена. Супер, супер. Ну, давайте следующий уровень еще посмотрим. Там какие-то собаки, ребят, собаки теперь попрут. Air strike, отлично, воздушный удар, это круто. Он во всех играх очень-очень полезен. Шестой уровень. Шестой уровень, наверное, еще опаснее, чем пятый. Но у нас теперь прокачанный снайпер. Посмотрим, кто круче, шестой уровень или прокачанный снайпер. Как же медленно ракета-то летит. Но, смотрите, наш бомбермен справляется на ура. Ой, и теперь улучшенный дамаг от взрывчатки просто спасает нас. Теперь он не просто их чешет, а разрывает на части. Так, надо теперь подумать, когда нам аэрстрайк использовать. Вот я думаю, сейчас. Сейчас! Используй! Ёпта! Он не хочет использовать аэрстрайк. Троечка же, троечка, ну! Ой, он прилетел. Вот это да, вот это я его когда не ждал. Так, стойте, подумайте над своим поведением. У меня перезарядка. Отлично, стан, стан. Так, шикарно. Собака, собака бежит. Давай. Ой-ой-ой, ой-ой, я случайно бомбу потратил. Блин, надо палец убрать с этой кнопки. Собака, сука, сдохни. Отлично, отлично. Куча зомби, ракету сюда. Бомбу, да, вот так вот. Ой-ой-ой, я, по-моему, ребят, сейчас все проиграю. Что-то их нафиг слишком много идет. Давай, взрывай. Ой, на части всех просто изничтожил. Разорвал. Короче, нет. Так, что-то какие-то слишком большие, дяди. Слишком их много. Ай, летающая тварь. Давай, остановись уже. Да стойте, куда вы прете-то? Тут занято. Заряжай. Отлично, воздушный удар, воздушный удар. Ой-ой-ой, шикарно. Давай, давай. Ну нет, собака, блин, собака сейчас же людей сожрет. Черт, сожрала, сожрала, мать ее. Сучья собака. Злая тварина. Перезарядка, блин, надо быстрее перезарядку прокачивать, чтобы а то перезаряжается вообще не в тему. Собака еще одна бежит. Они твари опасные. Давай. Нет, собаки проникают. Проникают в наше убежище. Надо с ними что-то сделать. Надо звонить ветеринарку или где там их отлавливают. Как эта служба называется? Служба, не знаю, по убийству диких собак. Отлично. Так, ну ладно. Даже получше, чем прошлый уровень прошли. Нам все равно дадут только... А, нет, смотрите, три бриллианта дали. Здорово. Классно, 700 монет. Тут вообще теперь можно прокачаться. Просто офигенно. Просто офигенно. Так, ну ладно. Смотри, что нам дали. 100 врагов убить, да? Снайпер убил 100 врагов. Отлично. Теперь мы даже можем, допустим, прокачать такую крутую штуку, как All Hero Critical Rate на 5. То есть критичный шанс критического дамага увеличится на 5. Это здорово. В принципе, его даже можно прокачать. Думаю, это полезная вещь будет. Так, ну что ж, ребята, ладно, вот такая вот игра. Займет вас, я думаю, на пару часов как минимум. Ссылочка на игру будет в описании. Называется игра Zombie Buster Rising. Подписывайтесь на канал, смотрите и другие видосы. Обязательно поставьте лайк под этим видео. С вами был Пуховик, ребят, пока-пока. Медведь, где медведь? Утя пропала, утя пропала. Мать твою, утя, где? Где? Утя! Утя идет ко мне! Утя, мать ее! Заяц пропал! Ай-яй-яй! Твою мать! Все, я медведь!